Ох, немножко подустал. Нужно лечь. Прилягу я и сигарочку закурю. Что такое? Соседу нужно испортить сигарету? Прямо сейчас влепите лайк, сегодня мы сделаем пранк над соседом. На счет три. Раз, два, три. Лайк поставили, молодцы. Мы заходим в дом. Заходим в дом, сейчас нужно найти пилу. Но пила находится в гараже. Ах, ё-моё, для чего я дожил? Теперь самому нужно забираться наверх, самому решать все проблемы. Давай, давай, вали отсюда, слышь, соседушка. Сейчас мы должны кое-что сделать. Так, тут мы заберем, например, вот эту штуку. Не знаю, что это, но... А, это ножик. Но больше не возвращайся в мой дом, понятно, вонючие внучки. Так, слышь, сосед, ты на кого там кричишь? Он реально вышел на балкон и начал на кого-то кричать. Ты псих, конечно. Подожди, где-то тут должна быть комната, в которую мы должны зайти. Опа, смотрите. О-хо-хо! Это мы должны обрезать. А как нам открыть эту шкатулочку? Вот это без понятия. А может быть, нам надо взять отверточку? Конечно же, и открыть эту шкатулку. Ага, фигушки. Но тут у нас есть... О-о-о! Вот она что. Это же... Получается, для волос, да? Я забыл, как называется. Может, вы знаете, напишите комментарий. Оу! Как у меня поймал? Чего? Ага, поймал тебя, маленький гаденыш! Сигарету никогда в жизни не курите. Это вредит для вашего здоровья. А ты, блин, сосед, ты куришь? Мне все равно, я старикан. Для меня есть исключение. Не разговаривай, старикан, тебе тоже нельзя. Нифига себе. А чё, ты такой самый эксклюзивный, что ли? Так давай заберем эту штуку. Не знаю почему, но мне нравится этот предмет. Оу, второй раз. Ага, усыпил внучка. Теперь не зайдешь больше ко мне домой. Ага, не зайду, конечно. Если ты не знал, сосед, курить вредно. Так что не тут-то было. Мы тебе испортим сигареты. Сигареты вредят. Ой, тачку сюда поставил. Лянь, какой умный. Давайте сигнализацию сделаем. Бери-бери-бери-бери-бери. Сосед, сюда иди. А, мне все равно, я не слышу никого. Что? Ты издеваешься? О, шлика-паликаля-пачка-пачка. А, ну, ты где? Куда ты делся? Что-то я не вижу никого. На тебя, закрыл же! У! Как этот баг, кстати, сработал? Я же закрыл там ворота, вы видели? Ладно, беги, 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 он не должен меня поймать. Он не должен меня поймать. Срочно! Иди сюда! А ну-ка, болванец маленький, я тебя поймаю! Не-не-не, пошел вон! Ах, куда он делся? Так, крыса, куда ты забрался? Подожди, резко ищем! Ух ты ж, закрыл тут все двери! Резко ищем ту комнату со сигарой, вот она! Эту берем заколочку, называется заколка, насколько я помню. И теперь открываем, открываем эту штуку. Хопа! Отлично! Extra Gun Power Deer. Так, мы что должны сделать? Берем вот это. Теперь мы должны взять вот это и обрезать. Уууу! Отлично! Теперь мы собираем сюда этот порошок. Ой-ой-ой, сейчас мы затроллим действительно его. Ха-ха! Use the gunpowder accordingly. Хорошо, как скажешь, чувак. Эй, кто там сверху говорит? Ох ты! Иди сюда, я тебе этой газетой прибью. Газета он прибьет меня. Смешно ты-то сосед какой, а? Так, 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 беги. Беги, нам нужно сюда, давай. И раз, потихоньку спускаемся. Как вы могли заметить, у меня бесконечный бег. То есть я могу бесконечно бегать. Так, подожди, а где его сигарета? Сзади дома? Ах ты, не трогай, это мой заслуженный отдых. Я должен посидеть и покурить сигарету. Осуждаю, нельзя курить сигарету. Запомните, друзья, никогда в жизни. Так, давай, давай затроллим, затроллим сейчас его. Бам! Воу! Залили! Use some other triggers ruin them. Что? Use something on the other trigger ruin them? Что-то нужно сделать, заруинить эти сигареты снова. Может быть кофе? Ага, кофе никак. Ну, конечно же, не хаммер, уж точно. Нужно как-то разломать эти или заруинить эти сигареты. Так, у нас тут есть, смотрите, лом. Словом, мы не сделаем ничего. Давайте подумаем. Он пошел проверять сигареты. Сосед пошел вон, слышь? Ты давай иди сюда, лучше ко мне. Ах ты! Ты что там замышляешь? Не-не-не, я еще не наделал этот уровень. Я тебя поймаю все равно, маленький молокососник. Иди сюда, держись, ну все. Давай, давай, попробуй. Оу! Так, зашли сюда. Ты куда зашел? Мой подвал! Не тут-то было, я тебя поймаю тут. А! Вот же да! Эх-ха-ха!
Маленького шпендика поймал! Так, кто там мешает мне готовить еду? Только что был на кухне. Блин, кого-то слышу! Короче, я понял, что нужно сделать. Нам нужно испортить эту сигарету. Прямо сейчас мы этим и займемся. Мы забираем вот эту штуку, пилу. Забираемся наверх. Он не должен меня сейчас заметить. Соседушка. Ой, щелики, пачка, пока, пока, шипау, пока, папау. Иди сюда! Не-не-не, у меня бесконечный бег, ты меня не поймаешь, ты что? Ты меня не поймаешь. Куда он делся? Ох, какой же я неусидчивый. Блин, я его потерял. Да, потерял ты знатно меня. Подходим сюда, в эту комнату. Конечно же, мы делаем сразу же эту махинацию, забирая скрепочку. Ага, открывай, ага, сразу же режь, ага, порезали. Забираем сразу же мы вот эту штуку, так уж где я. Ага, вот сюда наливай, супер, и забирай. Блин, смотрите, ну, револьвер у него есть свой, офигеть. Можно было бы на самом деле забрать его, но мы это не будем делать. Хоп, спрыгнули, отлично, теперь... Мы ищем комнату, вот эту. Опа! Уу! Это же молоко! Отлично! Что у нас тут еще есть? О, смотрите, это есть еще. Бананчик есть. Пирог есть. Я все заберу, слышу тебя. У тебя дома нормально такие еды, приколдосно. Ойл! Давайте ойл заберем, друзья. Попробуем сейчас налить туда. Не знаю, конечно, что сработает. Что будет правильно. Ой-ой-ой, он бежит за мной. Я сюда! Куда пошел? Куда он делся? Ты соседушка, пердедушка. Как тебе такое, а? Мы берем ойл прямо сейчас и заливаем в сигареты. Но у нас еще есть готовый, то есть порох, да, чтобы он бомбанухнул. Давай прямо сейчас. Сможем ли мы ойл залить? Смотрите, ойл залили. Ойл залили. Я не то залил. Это тоже зальем, давайте. На, это тоже зальем. Все подряд зальем, твою ж дивизию. Хоп, залили. Мне кажется, он сейчас увидит ойл. Видите, там какая-то белая штука. Блин, зря я залил. Он сейчас палит меня, походу. Ё-моё, кто там разговаривает? А ну-ка, идите сюда. Какой-то шпендик там был. Чё-то я чувствую запах молока. И масло. Да ничего ты не чувствуешь. Давай сюда заберемся наверх, пока он не заметил меня. И раз. Отлично, будем отсюда следить. Ё-моё, иду проверять. Нужно отдохнуть. У меня же есть классный свой мини-пляж с бассейном. А где твой песок на пляжу? Но нету песка. А? Как он мне ответил? Я тебя слышу, дуралей. А, слышишь меня? Извини, конечно. Ну ладно, окей, давай посмотрим. Я невидимка, сосед. Что? Смотрите, он реально невидимка. Ну уже быстрее давай. Ну-ка. Он реально спарит, да? Интересно. Так. Сигареточка. О, отлично. Невкусная. Это? Не заряжается? Ай, ерундовая тоже. Ну, пожалуйста, зарядись какая-нибудь хотя бы. Ау, что произошло? Ух ты! Ха! Смотрите. Опа. Что? Вау. Чего? Вот это прикольно было, слушайте. Он поздравил Happy New Year'сом. То есть с Новым годом! Хотя уровень про сигарету! В конце у нас секретная концовка была! Ничего себе! Вот это приколдос! Я даже такого не ожидал! Друзья, вы ожидали такого или нет? Ну классный уровень, блин! Ла-ла-ла! Сейчас побреемся! Отлично! Оу! Чё? Только не оса! Спасите! Нет! Мы за шауинг фуом. Нам нужно, получается, как-то испортить этому соседу перо для бритва или что? Бритья? Или как? Я не понял ничего. Сосед! А ну-ка, двигай сюда! Давай! Так, он вышел домой. Вон он на улице. Короче, друзьяшки, это последний уровень этой игры. Скоро выйдет обновление, скорее всего, и добавятся новые уровни. Но сегодня мы этот уровень проходить не будем. Я оставлю это на потом. Друзьяшки, напишите комментарии, нравится ли вам этот сосед. Буду продолжать проходить. Это, можно сказать, портативная игра Scary Teacher, только тут другие уровни. Так, у меня этот поезд не включается, на него залезть не могу. Хорошо. Поэтому все, друзья, на этом все. С вами был я, Игорь Ходоров. Всем удачи, всем добра.
Всем спасибо. Всего вам хорошего. Делайте добро, не делайте зла. Никогда не курите сигареты, никогда не пейте спиртное. Это очень-очень влияет пагубно на ваше здоровье. Осуждаю спиртное и сигареты. Так что нельзя никогда. А этот дедуля вообще бешеный какой-то. Ему вообще все равно. Он губит свое здоровье. Все, друзья, на этом все. Он встал на месте, смотрите, он забаговался. Чего? Чего он багнулся? Ай, стоял на месте немножко, слушал твою речь. А, ну спасибо, я польщен. Короче, друзьяшки, на этом все. С вами был я, Игорь Кодор. Всем удачи. А? Что такое? Не включил кто фонтан? Кто выключил фонтан? Кто? Я выключил фонтан. Хоп, включили. Ё-моё, как-то мой кактус, нормально все? Ох ты, иди сюда. Пошел вон, слышь, соседушка. Ты давай не дури так сильно. Не дури. Оп. Воу! Поймал меня. Все, на этом все. С вами был я, Игорь Кодор. Всем удачи. Всем! Пока-пока-пока.